Доброе утро. Выходим из отеля. Время почти 12. У нас утро. Если присмотреться на все четыре статуи, это украшение коня. Четыре стадии, типа, его украшения. Вот, и изначально нам подарили две. Потом, по приказу, там, по-моему, Екатерины, сделали еще две копии. В общем, они все одинаковые практически, кроме одной. И сейчас я покажу вам их больше. И теперь присмотритесь вот к этому. Чей профиль вы там видите? Ну, вообще, по задумке автора, это профиль Наполеона. Таким образом, русские решили показать, где у Наполеона место. Это Александрийский театр, точная копия, практически точная копия Большого театра в Москве, построен тем же архитектором Гоме. Не помню, в каком году, но, в общем, примерно в то же время, что и Большой театр. Капусту, потому что здесь большая очень площадь зеленая, ну и там сейчас газон хорошо высажен, а до этого, когда надо было кормить блокадный Ленинград, высаживали капусту просто прямо от начала до конца. Наверняка все эти рейнсаки, он с золотыми куполами. И во время войны было очень легко его увидеть в городе, то есть немцы, они стояли вот с той стороны на Пулковских высотах, и они ориентировались на золотой купол Исаакия, чтобы бомбить город, поэтому в какой-то момент перекрасили в черный, просто закрасили купол, и, ну, чтобы тяжелее было найти. И когда это не помогло, его накрыли просто со всех сторон такими типа фальшивыми штуками. Типа это просто деревья, как бы, и никогда не было никакого собора. Вот. И с одной стороны, вот той, там до сих пор оставили колонны, которые с бронебитными типа снарядами. То есть, ну, рядом разрывался снаряд, и там такие ямочки. Сезона 2016-2017 команда СКА! Просто рай. Картофан. На сегодня все. Спокойной ночи. Я буду переодеваться и в душ. Сил уже больше нет. Пока. Здравствуйте. Доброе утро, я забираю вещи сегодня домой. Хорошо, особенно.